Привет всем, друзья! Это Синкобиль. И это, наверное, уже 1249 дубль. Я сбился со счету. Поэтому, как там говорится, пошло оно все. Давайте будем одним дублем. Сегодня у нас анпакинг. К нам, наконец-таки, доехало очень интересное устройство, которое мы давно ждали. Анпакинг мы уже как-то делали. Это был батловый пультос от компании Pioneer DJM S7. Сегодня это устройство далеко не новое, но очень свежее в плане инноваций, в плане технологий и так далее. Это Face DJ. Хотелось бы поделиться с вами, откупорить эту коробку, посмотреть, что там внутри, и немножко рассказать о данном девайсе. Что же такое Face DJ? Face DJ — это в первую очередь DJ-контроллер. Первый беспроводной DJ-контроллер, поправочка такая, для цифровых систем винила, то есть для систем ДВС. Если отбросить все эти сложные словечки и попытаться простым языком объяснить, что из себя представляет данное устройство, то это будет примерно звучать так. С помощью этой штуки вы сможете играть музыку с виниловых проигрывателей без использования традиционных игл или, например, пластов, на которые записаны сигналы тайм-кодов от различных программ, то есть от софтин, не знаю, там Трактор, Рекордбокс, Серата, да хоть Виртуал Диджей. То есть цифровые иглы, получается, очень круто, и я сам, признаюсь, никогда не играл на подобном девайсе, но знаю очень много людей, которые уже испытали его в деле, и они делятся примерно 50 на 50. Кто-то говорит, что это новый глоток воздуха в мире диджеинга, новые технологии, инновации, это круто, это будущее и очень удобная штука. Кто-то говорит, что относительно ничего общего с винилом это устройство не имеет, либо там с системами ДВС, к которым все привыкли, с которых все играют, с тайм-кодом, проще говоря. Есть задержка просто непривычная и непонятно, как подкручивать там по центру. Мне не дофига. В этом, конечно же, нужно разбираться, пробовать вскрывать эту коробку и понимать, что же это за такой за фрукт и с чем его едят. Погнали, давайте посмотрим, что же тут внутри. Face DJ Unpacking. Такая достаточно стилевая коробка, которая нам, в принципе, не нужна. Сам девайс выглядит вот так. Оп. Это ресивер, у которого есть два датчика. Вот так они достаются отсюда. И в чем суть этого устройства? Мы подключаем этот ресивер к нашей программе, достаем отсюда датчик, помещаем этот датчик на нашу пластинку, вот так, и он считывает положение пласта в пространстве, соответственно, генерирует этот сигнал в сигнал тайм-кода и отправляет непосредственно уже в диджейскую программу. Так происходит коннект. Очень сильное колдунство, как бы сказал мой батя, это похоже на это. Это похоже на это, да. Я все равно не буду останавливаться, погнали дальше. Датчики магнитные, это значит, что они магнитятся, причем, насколько я знаю, там внутри есть небольшие такие пластинки, которые клеятся сюда, и благодаря тому, что на них есть магнит, мы их сюда примагничиваем, и даже если вы слишком активно дергаете пластинку, я не знаю, там пилите, либо играете рутину какую-то, ну, то есть активное использование виниловых проигрывателей, этот датчик ни в коем случае не слетит. Плюс, если там взять любую вечеринку какую-то большую, да, там много звука, много баса, это все может отражаться на традиционных иглах. Они могут прыгать, проигрыватели могут заводиться, если играть с винила и так далее. Ну, то есть проблем достаточное количество, с которыми сталкиваются диджеи. Как утверждает Face компания, это устройство данных недугов лишено. То есть все будет предельно
просто, удобно, и как они сами заявляют, приблизительно в районе 10 часов. То есть зарядку держат они 10 часов. Я, конечно, в этом сомневаюсь, но почему нет, можно будет проверить и посмотреть. Подключается данная штука через обычный кабель USB, который здесь есть. Причем подключение происходит примерно следующим образом. Мы цепляем сам ресивер к нашему компу. Он считывает положение пластинки в пространстве, генерирует как сигнал тайм-кода и через обычные выходы RCA отправляет сигнал напрямую в нашу программу. Причем, если вы являетесь владельцем программы Serato, то это официальный аксессуар, которому тюльпаны никакие не нужны. Вы просто цепляете по USB его, и сигнал сразу прямиком отправляется в Serato. Очень круто, я считаю, но и также они заявляют, что работают с любым софтом, там стандартные 3, которые вы все знаете, плюс Virtual DJ, и там еще какие-то непонятные программы. Все работает. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Инструкция. Но это явно не наш путь. Стикеры. Прикольно, кстати, будем клеить на нашу стену со стикерами. И вот эти самые пластинки, я не знаю, металлические они, либо магнитные, которые клеятся на двухсторонний скотч. Вот так эта штука выглядит. Берем пласт, клеим сюда, и фейс никуда не денется с пластинки. Скретчите вот так, 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 да хоть как, без разницы. Прикольно. Также есть тюльпаны. Обычные кабеля RCA, причем ну, достаточно хорошего качества, так как это обычно бывает. Покупаешь какой-нибудь бюджетный контроллер, и да и не только бюджетный, открываешь, а там ну, достаточно хренового качества аудиокабеля. Здесь, ну, по крайней мере, на первый взгляд, они выглядят надежно, надежно, вот так. USB кабель, которым цепляется девайс. Да и в целом все. Коробки больше ничего нет. К ним, к фейзу идет специальная программа, которую скачивают на сайте, их калибруют. Тут есть индикаторы цветные, можно назначать разные цвета и использовать в своих сетах. Прикольный девайс, надо 100% тестить. Будем чекать, пробовать подключаться. Давайте, наверное, сделаем это вторым видосом, потому что еще 349 дублей я не вынесу. Unpacking, Face DJ, новая интересная игрушка в нашей студии. Друзья, приходите тренироваться, будьте, идите в ногу со временем. Круто.